Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня смотрим с вами бижутерию в посеребрении с натуральным янтарем. Комплекты, кольца, серьги, браслеты, брошки, подвески. В общем, много всякого янтаря. Янтарь идет натуральный, калининградский. Работаем мы напрямую с этой фирмой давно уже. Очень хорошего качества. И за счет того, конечно, что все это бижутерия идет в посеребрение, цены очень демократичные. Начнем вот с такого комплектика. Последний комплект с сердечками остался. Девчонки, здесь подвеска и серьги. Очень красиво сделаны крупные камушки. Так, серьги у нас получается по весу 7 грамм, цена 1400. Подвеска 3 грамма, цена 600 рублей. Серьги на любую мочку. Здесь они подвижно идут, нижняя часть. Сейчас попробую на просвет. Вот такой янтарь. Смотрите, красота. Так, и подвесочка на большой дужке. И смотрите, здесь хорошо сделано, цепь не соприкасается с самой подвесочкой, не будет перетираться в случае долгого ношения. Далее показываю комплектом, но тоже можно все отдельно. Колечко, серьги, тут еще браслет есть. Трехцветный янтарь, лимонный, зеленый и такой более чайный. И к нему вот есть браслетик. Серьги, колечко и браслет. Браслет у нас идет на 18,5. Цена 2080 рублей. Колечко здесь 18,5, цена 600 рублей, серьги 890 рублей. Серьги на любую мочку, подвижные. Колечко, как уже сказала, 18,5. Так, и браслетик. Крупный браслетик звеньевой. Все элементы получаются подвижные. Так, следующий у нас. Смотрите, к сережкам подобрала два колечка. Не знаю, какой даже лучше смотрится. Серьги получается по цене 540 рублей. Все подвижное на маленькую либо среднюю мочку. Так, колечко цветочек у нас 17 сантиметров по цене 410 рублей. И большой цветок получается 18,5. Цена 500 рублей. Так, где смогла, буду показывать, как подобрала колечки. Где-то по два, где-то по одному. Так, тройной янтарь, опять же, у нас зеленый, лимонный и чайный. Колечко. И можно вот такой браслет. Прошу прощения, совсем с этой весной-зимой немножко подстыла. Вот такая красота. Все можно отдельно, если вам что-то одно нужно. Так, серьги у нас получается 900 рублей. Замочки на любую мочку здесь. Серьги подвижные. Колечко. Так, почему-то у меня не указан размер.
Колечко на 18-й, цена 520 рублей. Тоже трехцветочка. Так, и браслет полностью весь. Смотрите, какой шикарный. Много янтаринок. По длине 18 сантиметров. Цена 1920. Так, следующее. Серьги-бабочки. Колечко к ним цветочком. И вот такой подобрался браслетик. Очень все нежненько смотрится. Браслет 20 размер. Цена у него 1170. Вот такие веточки. Так, бабочки у нас вес 4 грамма, цена 640 рублей на любую мочку. Бабочки сами подвижные. Так, и колечко 18 размер, цена 500 рублей. Сегодня прям прыгает камера. Так, далее цветы. Серьги чуть покрупнее получается. Колечко здесь 17 размер, цена 560 рублей, трехцветный янтарь. Серьги вес 7 грамм, цена 980 рублей. Серьги. На любую мочку подвижная. Трехцветный янтарь. Семнадцатый размерчик. А, ну здесь безразмерный. Вот, смотрите. Не всегда видно. Стоит 17-й, можно еще раздвинуть. Так, далее у нас... Тоже подобралось два колечка и вот такие серьги шахматные. Очень красиво. Девчонки, цвет такой интересный. Так, серьги у нас цена 980 рублей. На любую мочку все идет подвижно. Колечко цветок большой, 18 размер, цена 520 рублей. Так, и вот такое шахматное. Поближе там. 17 размер, цена 640 рублей. Так, следующий у нас зеленый янтарь. Смотрите, тоже тут. Давайте наоборот сейчас я. Два колечка. Подбирала по цвету, по форме. Так что как-то вот так получилось. Серьги. Так, и есть браслетик. По цвету все идеально совпадает. Так, браслетик веточка у нас 18 размер, цена 1400. Очень нежненькая веточка, все элементы подвижные. Серьги, цена 600 рублей. Серьги на маленькую либо среднюю мочку. Тут эта часть тоже подвижная. Так, одинарный янтарь. Размерчик у нас идет 17,5. Цена 390 рублей. И цветочек
17,5 тоже цена 500 рублей. Так, далее тоже зеленый янтарь. Так, крупное колечко здесь есть. И одно помельче. И вот такие серьги. Серьги у нас цена 630 рублей. Все посеребрение, натуральный янтарь. На маленькую либо среднюю мочку. Здесь подвижная. Так, колечко, печаточка высокая. 20 размер. Цена 500 рублей. И поменьше у нас колечко. Цена 260 рублей. Размер 17. Так, много всего, девчонки. Прям красоты. Сейчас. Всего тут всего набрала. Сейчас еще и браслетик. Вот такие кругленькие янтаринки. Так, серьги у нас идут. Английский замок. Цена 570 рублей. Замочек на маленькую либо среднюю мочку. Браслет. Размер 20. Цена 1120. Так, колечко покрупнее. Размер 19. Цена 200 рублей. И вот такое колечко у нас безразмерное. Цена 650 рублей. Так, интересно, почему безразмерное? 19 размер. Цена 650. Так, далее. Тоже яркие цветы. Вот такая красотулечка. К этому есть лимонный браслетик. Смотрите, как ярко все получается. Браслет 18,5, цена 980 рублей. Серьги. Вес 7 грамм, цена также 980 рублей. На любую мочку подвижная. И колечко здесь 19,5, цена 520 рублей. Так, отдельно колечки смотрим. Несколько колечек у меня. Получается вот такая шинка. Здесь она разъемная. Подогнете себе как удобно по пальчику. Так, молочный у нас. Медовый янтарь идет. Цена 960 рублей. Так, сейчас у них несколько. Вот такой вот немножко чайный. Цена 720 рублей. Молочный, почти белый. Янтарь, цена 960 рублей. Шинка одинаковая, все разъемные. И зеленоватый, крупный, наверное, самый. Цена 720 рублей. Очень красивый здесь кусочек стоит. Так, и вот такое колечко, тоже самородный кусочек в кропанах, раздвижное, также без размера, цена 720 рублей.
Тут раздвинете, видите, как надо. Так. Далее. Смотрим подвесочки. На некоторые повесила цепочки. Сейчас будем все смотреть, чтобы получше у нас все это выглядело. Не уползать. Все равно уползает. Вот такая шахматная трехцветка. Лимонный, чайный и зеленый. Подвесочка у нас получается по цене 750 рублей. Дужка большая. Я к ней сюда вот такую крупную панцирную цепь добавила. Цепь у нас также бижутерия в серебрине. Длина здесь 60 сантиметров, но цепи все разные, в зависимости от этого меняется длина. Если надо короче, длиннее, пишите, я буду смотреть, что по наличию. Так, панцирная широкая у нас 60 сантиметров, цена 670 рублей. Сейчас буду не спеша, потому что всего много, подвесок тоже много. Так, древо жизни. Здесь молочный янтарь. Девчонки, еще есть зеленый и чайный. Спрашивайте, буду показывать, что по наличию по цвету. Так, подвесочка у нас по цене 600 рублей. К ней подобрала вот такую цепочку. Двойной ромб. Длина 55, цена 440. Весь комплект получается 1040 рублей. Смотрите, какая красота на подарок. Опять же, цепочку можно покороче, можно подлиннее. Так, следующая подвесочка. Цветочек зеленый. Цена 300 рублей. Большая дужка. Смотрите, я сюда продеваю эти дужки. Даже толстенькие цепочки. Так, следующая у нас бабочка. Цена у нее 330 рублей. Тоже дужки большие. Так, далее рыбка-бегунок. Вот такая у нас. Сейчас запуталась рыбочка. К рыбочке добавила кордовую цепь. Рыбка у нас с зеленым янтарем. Цена 480 рублей. Цепь здесь тройная кордовая. Длина 40 сантиметров. Цена 360 рублей. Вот такая красотулечка. Рыбочка бегунком. Так, следующая у нас трикоска. С медовым янтарем. Цена у нее 230 рублей. Тоже бегуночек. Так, следующая. Классика, зеленый янтарь, подобрала к нему сингапур широкий, подвеска получается по цене 440 рублей, цепочка 45 сантиметров, цена 300 рублей, весь комплектик 740 рублей. Так, и для музыкантов вот такая скрипочка, молочный янтарь, цена 300 рублей. Тоже большая дужка. Так, ну и брошечки смотрим. Листочек в позолоте, натуральный янтарь, яркий, стразы, цена 600 рублей. Брошечка стандартная
иголочку. Так, такой же листик, просто в серебрение. Стразы. Цена также 600 рублей. И натуральная янтаринка, ягодка. Так, цветочек в позолоте. Так, стразы у нас натуральный янтарь. Цена 480. Тоже все иголочками. Ой, сейчас запутались. Черепашка. Стразы, серебрение. Цена 450 рублей. Тоже иголочкой. Так, следующий у нас стрекоза с глазиком от сглаза и вот такими в подвесочками. Так, у нас здесь получается темный янтарь, вот здесь черный почти на подвесочках. Дальше стразы, эмаль. Все в позолоте, цена 600 рублей. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Так, сова. Пузечка янтарь. Глазки тоже стразы в серебрине, цена 450 рублей. Так, букетик роз. Розы выточены из янтаря. Три штучки получается здесь. На одной иголочке. Очень красиво сделано. Цена 1200. Так, одна розочка. Натуральный янтарь. Также здесь вырезано вручную. Цена 600 рублей. Так, и еще одна подвеска от сглаза. Тоже здесь она идет. Брошечка удлиненная. Стразы, глазик от сглаза. Вот здесь янтарь. Все в позолоте. Крупненькой на удачу. Цена 600 рублей. Все, выдохнула. Вот такая сегодня у нас подборочка. Не сказать, что маленькая, не сказать, что большая. Доставка в любую страну. Почта России с Дек Боксбери. Ссылочки все закреплю под видео и в комментариях. Вам спасибо, что смотрели. Всем приятного дня и пока-пока.